Полностью ликвидировать пожар смогли в полночь. Напомню, вчера в 2 часа 15 минут в комплексе «Новая Тура» загорелся торговый павильон. На место сразу выехали все службы. По предварительным данным, спасти от огня удалось только 2 из 8 строений. Сейчас там находится наш корреспондент Инна Данилова. Все подробности по телефону. Буквально несколько минут назад закончилась встреча представителей руководства администрации Казани и администрации Зеленодольского района с предпринимателями. Все происходило очень бурно, обсуждались самые наболевшие вопросы компенсации за товар, предоставление торговых площадей и того, как предприниматели будут в этой ситуации работать дальше. Ущерб, который был нанесен пожаром предпринимателям в Новой Туре, до сих пор подсчитывается. Сейчас на попелище работают следователи, возбуждено уголовное дело. И, как сказал в интервью сегодня утром заместитель премьер-министра республики Асгат Умаров, хотя пожарные действовали слаженно, большие претензии к системе противопожарной безопасности на данном объекте в целом. Все эти недочеты будут учтены при строительстве второй очереди рынка, которую должны сдать к 1 июля. Туда и будут приведены пострадавшие предприниматели. Кроме того, готовы принять сразу на нескольких рынках города. Первый месяц бесплатно, а затем по льготной цене аренды торговых площадей. Решается вопрос компенсации за потерянный товар. Все виновные понесут наказание, подчеркнул Асгат Сафаров. Рассматриваются все версии начала возгорания, от неисправного оборудования до намеренного поджога. Инна Данилова, Вести Татарстан, Новая Тура.